Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Сейчас я вам покажу, как на телефоне Samsung Galaxy A20s выполнить первоначальную настройку устройства. Нажимаем на синюю кнопочку. Далее выбираем наш язык. Нажимаем «Далее». Далее. Соглашаемся. Далее. Подключаемся так назад. Подключаемся к сети Wi-Fi. Вводим пароль. Нажимаем «Далее». После чего выбираем, копировать ли приложение и данные или нет. Нажимаем «Нет». Далее вписываем наш Google аккаунт. Нажимаем «Далее». Вводим пароль. Далее выбираем, кто будет пользоваться этим устройством, я или ребенок. Нажимаем «Я», ну или «Ребенок». После чего нажимаем «Принимаю». Выбираем сервисы Google. Можем, например, отключить резервное копирование, GPS. Нажимаем «Принять». Выбираем поисковую систему, нажимаем «Далее». Выбираем защиту телефона, давайте выберем рисунок. Нажимаем «Подтвердить». Можем разрешить, либо можем нажать «Позже». Давайте отключим приложение, которое нам предлагает скачать. Нажимаем «Ок». Можем выбрать приложение Samsung, которое мы хотим скачать, либо можем отказаться от них. Нажимаем «Далее». Можем войти в Samsung аккаунт, либо этого не делать. Пропускаем. Нажимаем «Готово». И теперь, как вы видите, можем пользоваться нашим телефоном. На этом все. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, а также посещайте наш сайт hardreset.info. До скорых встреч!